Здорово, братаны! У микрофона Сета, мы с вами начинаем прохождение игры South Park. Честно говоря, я уже столько раз пробовал начать этот видос, из-за того, что OBS как-то очень странно записывает микрофон в этой игре. Он как будто шепелявит специально. Я не знаю, как сейчас это будет слышно, но мне кажется, все-таки какие-то проблемы будут. Потому что я не сильно доверяю этой игре. Ну давайте начнем с самого начала. Это вторая часть данной игры. Вообще игры South Park, именно которые нормальные. А так вообще есть еще и первая часть. Она называется Палка Судьбы, насколько я помню. Вот ее я проходил еще, наверное, дату ее релиза. Ее даже, по-моему, слили в сеть. До выхода именно официальной игры я тогда за пару вечеров и успел сбегать. Это я возвращался с университета еще в тот момент. И просто сидел и до самого ночи играл в нее. Так. Я надеюсь, эта игра будет настолько же крутой, как насколько была первая. Потому что первая прям себя затягивала очень сильно. Заставка прям как будто в Марвел, кстати. Звуки тоже напоминают. What has become of this city? There used to be laws, justice, not anymore. Crime is out of control. Cats are missing. Я уже пробовал запускать игру и пробовал скипнуть данную заставку, но тупо не получается, карта начинает на тебя быковать. Кстати, можете даже проверить. А если ее скипнуть, то он тебя врубает просто титры на 5 минут. И все, ты чисто игру скипаешь. Поэтому, если кто-то собирается играть, и кто-то такой нетерпеливый, и хочет побыстрее экшена, то заставку придется досмотреть до конца. Это упоминание первой игры было. Perhaps I can change what has happened to all of us. Так. Настал момент, когда мы можем кастомизировать своего персонажа. Так, волосы. Давайте сделаем пацана. Бабами играть прикольно, но не здесь. Сделал он какого-нибудь Пола Маккартни, может, сделаем, а? Где тут была причесочка? Блин, ну, похоже на Пола Маккартни. Давайте реально Пол Маккартни будет у нас. Бородатый. Не, не очень. Так, давайте, наверное, сделаем красный плащ. Вот тут можно поменять. А, вот так. Руки. Ну, руки оставим, наверное, тоже красными. Давайте дальше. Очень интересно. Очень хорошо придумано. Не волнуйся, это не влияет на комбат. Просто каждый другой аспект твоей всей жизни. Ну, давайте так оставим. Не хочу я из него прям черновазого делать. Точнее, черного. Будем политкорректно, прям как эта игра. Но тут она тут они одеты прям как в первой части. Опа-на, а мы король, оказывается. А что делать надо? Твой унитаз. Сложность 1 звезда.
Удерживайте, поворачивайте L и R, чтобы найти слабое место, затем используйте RT, чтобы начать. Угу. Оп, мы нашли. Где-то тут. Или это крутить надо? А, это крутить надо было. Прекрасно. О, какие-то таблетки нашли. В мусоре покопаться можно? Не, что, все? Ну, выходим тогда. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off! It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Yeah. Hey, look, you brought a towel. Hey, man, I'm Tally, your gaming bud. I'm gonna give you some tips from time to time, because, well, who doesn't like tips, right? All right, then, I'll see you later. Ну, давай, до встречи. Так, звуков, эффектов никаких нет, потому что, мне кажется, я их просто отрубил. Звук. Да, эффекты я просто отрубил, поэтому мы не слышали классные эффекты. О. Так. Давайте зайдем сюда. Это наша комната. Да, я просто подрубал эффект, поэтому не слышно было, к сожалению. Мы не услышим то, что было шикарно. Закос под этот, под Xbox. Да, по-моему, все-таки под Xbox. Так, что-то здесь у нас есть, да? Платье принцессы Кенни. Кто не играл в первую игру, тот, скорее всего, не поймет, в чем прикол. Угу. О, можно разодеться, как Кенни. Я, наверное, сейчас так... О-о-о, тут много всего. Очень много всего. Скорее всего, DLC нам... Да, DLC-шные шмотки. Мне кажется, я зря подошел сюда. А как переодеться? Наверное, здесь, да? Нет. Здесь нельзя переодеться. У нас должен быть инвентарь. Кладовка. Кладовочка. Хлам, техника, лекарства. Так, расходы материала, предметы для задания. Нет, это чуть-чуть не то. Чуть-чуть все не то. Ну ладно. Пойдем вниз, нас как раз ждут. Ой, мне кажется, наша мама начинает плакать. Хорошо, договорились. Главное, только не слушать твой нытье. Так, вся надежда на нас, надо пойти разрывать. Гоу, 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 гоу. What, you just moved to town, and you get to be king? Well, I think you're a little pussy. Ну все, на нас это. Yeah, he can't talk to you like that. Все, мы начинаем бой. Go, king, go. Сейчас he будут нам основы боевки продемонстрировать. Отлично. Способности с отбрасыванием наносят дополнительный урон за счет столкновения с врага с другими противниками, союзниками или предметами. Окей. Так, так, нага. Ну сейчас мы его это нагнем. Все, ну не зря мы король.
Напав на врага первым, ты получишь преимущество в бою. Право первого хода. Угу. Так, хорошо. Окей. Чтобы увидеть весь порядок ходов в бою, посмотрите на шкалу времени в правом нижнем углу экрана. Ага. Разные способности влияют на разные части боевой сетки. Договорились. Расстояние действия способности можно увидеть на диаграмме под ее значком. Так, хорошо. Это что? О! Это пердежный залп. Они нас окружают? О, нет, сейчас мы отгребем. Так, пердеж у нас перезаряжается, поэтому мы все равно можем еще драться. Так, они меня обходят. Да почему эти не могут, как бы, это мне помочь? Там стоят, блин, только и смотрят на все. Так, вот мне кажется, нужно вот так вот сделать, чтобы еще этого задеть. Отлично. Сразу твоих завалили. Так, ну на этого сейчас потратим пердежный залп. Все, минус 30 сразу. Выпустить дракона. Не, ну довольно прикольно. Теперь нам еще и с драконом драться. Так, дракон атакует первый. Враги могут напасть на тебя, когда ты исследуешь мир. Если враг подкорил у тебя и напал первого, он автоматически получает вход в бою. Ну понятно. В принципе, логично. Если мы нападаем первыми, то мы получаем. Так, ну давайте сразу с пердежа начнем. Да, только что мы пернули на дракона. Почему бы и нет? Политкорректная игра. Полосатыми квадратами на земле обозначены места, куда будет направлена грядущая вражеская атака. Чтобы не пострадать, уйди в безопасное место. Так, все, сваливаем. Сваливаем, когда будешь готов завершить ход, нажмите и удерживайте РБ. Так, ну сейчас дракон будет харкаться у нас какой-то под залупной хуйней. Давай. Че, да ладно? А, тут еще и Friendly Fire фигачит по нём. Ладно, если вы будете пускать... Так, кто-то свалил, поэтому... Что-то я не понял прикола. Что происходит? А, машина едет. Лука, это реально охеренно. И все, сейчас опять эпичная музыка начинает играть. Давайте, выкатывайте его, выкатывайте его. Сейчас вынесу, блядь. Давай. Да, на нахуй. Косарь, косарь дэмэджа. Просто Dragon Slayer. Да мы с вами офигенные. Так, это говно скипнуть можно? Он, не может быть, этот пацан просто великолепен. И чё, и всё? А чё дальше? О, нет, это реально лава. Если там есть проход, король найдет его. Да, так как король может найти секретный проход через гараж, если в смысле, если он вообще... А-а-а.
Так, так, так. Зажми, зажми А, чтобы перемещать предметы. Так, перемещать предметы. Ну, я ж нажимаю. А какие предметы? А, все. Понял. Их на себе, да он просто великолепен. Мне казалось, что сейчас просто прыгнул, просто сделал. Ты мертв? Тебе хана. Ты нажимаешь на загрузиться с последней контрольной точки, он пердит. Волшебный выбор расчетом. Враги сейчас... Че, блядь? Освободите его, язычники. Отпустите барда или будете иметь дело с королем. Король. Говорят, он может сразить дракона одним ударом. Да, это правда, если вы не... Погодите, погодите. Ого, где волшебник? Я думал, он с вами. Нет, мы получили их на убийство и поспешили. Я не сбил. О, вот они играли. Играли вот в эту игру до сих пор. И теперь его зовут енот. Dude, we said we're not playing that anymore. Yeah, we're all split up. What's the point? This is the point. In my time, there is a massive crime wave and missing cats. I knew my only hope was to assemble the team. Hey, you can't switch games like this. Where's the stick of truth? Shut up, Kevin. This isn't about some dumb stick. There's a cat in trouble, and it's the key to finding the crime syndicate new to our town. In the future. Crime syndicate? That sounds too heavy for Coon and friends. Well, what do you want, Clyde? You want the fucking Freedom Pals to find the missing cat? Get the $100 reward and make their superhero franchise more popular? Fuck the Freedom Pals, dude. That's right. Cartman шикарен. Cartman, как всегда, шикарен. There's a loud ringing coming from your basement playroom. The Coon Alert. Come on, Coon friends. Go get your stuff and report back to the Coon Lair. In the future, Coon and friends assemble. Sorry, guys, you can't play with us. We're playing superheroes now, and you guys are dorks. Все. Так, нас с нашей игрой обоссали. Поэтому мы просто отпиздим здесь все, что есть. Надеюсь, что что-то какая-нибудь, что что-нибудь да и вывалится нам здесь. Нет, не, это тупая идея. Давайте пойдем дальше. Если видишь золотую ручку, значит дверь или шкаф можно открыть. Давай попробуй. О, давай. Спиздили у Картмана пожрать. Эрик и его друзья so imaginative. О, кексики, ну да, расходный материал. Угу. Какой код? Crap. Donkey. Balls. Oh, did you get locked out? I'm afraid little Eric put a lock on the door to keep me out. I'm sure he has the passcode written down here somewhere. Он где-то мог Дарине записать пароль, поэтому будем искать. Наверное, у себя в комнате надо пойти подняться, посмотреть, что у него там происходит. У этой же рабасины. Опа. Так, так, так. О. Так, эта комната. Комната мамы Эрика. Ну да. Обычно всякие старпоны. Так, вот его комната. Ну-ка, что тут? Так. Нет, здесь, по-моему, нет пароля. Не, или мне показалось? Нет. А вот треснувший предмет. Опа, значит, дневник Картмана. Щитлист. Кайл, мам, Клайд, Дэвид. А,
как бы 18 плюс не влепили за это. Кейкот, fuck him. Ага. That's a key item. Maybe that means it's important. Все, побежали. А, нет, еще здесь залутаем. Yes, officer. Somebody appears to have put lava in front of my door. Well, no, it's not hot, but my son told me I will burn to death if I try and cross it. Uh-huh. Oh, yes, he did tell me. Блин, интересно дослушать. Crack, it would break my mother's back. Что моя мама? It won't. Все отлично. Так. Ага. Fuck. You. Mom. Отлично. That's not enough, Mosquito. We have to act fast before the Freedom Pals can. Они быстро перевоплотились. $100 reward. Do you know what that could mean to our superhero franchise? That cat looks pretty old. Maybe it just died in the gutter somewhere. Human Kite, do I have to remind you that as of right now, Freedom Pals have 100 followers on Instagram? We have 6. The 5 of us and Billy Turner, who's a ginger. This is the key to finally beating those fuckers. But where do we start looking? That cat could be anywhere. We need to split up. Mosquito, take to the air and check out all the city parks. You got it. Mosquito, away. Это Стэн? Или нет? Human Kite, see if the cat is stuck up a tree somewhere. You've got the storm drain, Super Craig. Так, Баттерс, Крейг. Fast pass, I need you to use your superhuman speed to get to the mayor's office and tell her we're on the case. Don't worry, Coon. You can count on... Fast pass to get there... Давай, давай, рожай уже. Все, все. Молодец. Ну пойдемте поболтаем. Где он тут? Do not touch that! That device can blow up the entire Milky Way galaxy! Jesus fuck! Mom! The new kid is trying to play the game of total уничтожение. Sharer, it'll blow up the fucking galaxies! Stupid bitch! Look, dude, we already told you, you can't play. You aren't a superhero. You don't have a costume. You don't have any superpowers. Alright, look, you так, can watch будем... play superheroes as long as you don't get in the way. Make yourself useful. Go grab me this Stefani device. It's over there. Полезное принеси, чё для входа в режим осмотров. Слушайте, ЛТ. Что ему полезное? You seriously can't find the supernatural device? A superheroes use inspection mode, you know. Так это же, по-моему, он, не? Нет. Какой-то диаскоп. Что-то ему надо принести. А, вот. Да, блин. Ну давай, держи. Well, that took long enough. The fantasy device active. You really want to be a superhero, huh? Play with the big boys? Да, естественно, мы ради этого сюда и пришли. Have a seat at the table, douchebag. Садись за стол, чмок. Let's see, mosquitoes. Ну давай, 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 давай. Jesus Christ, are these even in a human language? All right, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Супергеройский альтер-эго. После этого надо заполнить какие-то персонажи в... Do you have a Instagram page? Енотограмме. Oh boy, you're not even on Instagram. Нифига себе, такая даже енотограмме нет. Well, I guess I can create one for you. Fucking unbelievable. Let's see. So the first thing we need to fill out on your character sheet is... Так, выбираем класс, получается, сейчас. You know, what kind of superhero are you? Since you're a newbie, you can only choose between three for now. Варвар. Speedster. Я Кедром. Кедром. Законы физики для Кедрома просто фикция. Фикция. Во имя справедливости этот герой готов то все даже не на искривление пространства временного континуума. Да не, такое. Brutalist. Blaster.
So yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. А еще два недоступны, да? Brutalist. Ну, наверное, варваром будем. A brutalist, like the thing, or a really pissed off Batman. Okay, douchebag, but now we need to find out what terrible thing in your past drives you. You see, douche, all superheroes have a compelling backstory. It's from that backstory that their powers gain meaning. Let's take you back to when you were just a child. You lay awake that night, like so many other nights. You couldn't sleep because you knew you weren't like the other kids. You walked to the mirror. Так, мы подходим, да? А, to the mirror. You walked to the mirror. Да я понял. You looked in the mirror and you felt alone. And that's when it happened. A loud noise. You swore you could hear your mother calling for help. Мне что-то подсказывает, что не так кричат мамы, когда просят о помощи. You left your room. Я не ори на меня, тварь толстое мясо. You saw two intruders in front of your parents' door. Так, грабители ворвались к нам в дом. Отец пытается нас защитить, но мы с вами же варвар и чмо. Поэтому мы сейчас наваляем. Давай, наваляем. Brutal bash, давай. Обосрался. Damn, what are you, some kind of superhero? Weakly he retaliated. Он ударил тебя в ответ. А, на нахуй, блядь. Зашибись, с монтировкой поебало прям. Еще двое. Че тут? А, мне надо здесь быть, да? Я так особо и не понял, что нужно сделать. First intruder ran into the fray, boxing you in, right where they wanted you. We've got you right where we want you, kid. Тут нужно вовремя нажимать, как я понял. О, еще один. Ну давайте. По-моему, они меня отпиздят все-таки. What are you gonna do now, superhero? But it was you who had them, as you executed a powerful blast from your bowels. Так, понял. Так, один, все, улетел. Еще один остался. Ну конечно, блядь, мы с вами тут обосрались сейчас. На нах. О, на него это действует пассивка, как я понял. Так, двое свалили, остался еще один. Ух, это больно. Блять, это больно. Мощнейшая способность, да? О мой бог. О боже. Я думал, мы проиграем. And so you beat them. All seemed to be okay. But then you finally reached your parents' door. Да, вот самое интересное, что там происходит. Полностью. Ну вы догадываетесь, что он там увидел, мне кажется. Потому что по-другому быть и не может. Ну вот именно. Я ничего другого не ожидал от этой игры, вы же понимаете, это Южный парк, тут все завязано только на этом. Alright, now that you're a superhero, I have a mission for you. I need you to go out into town and try to get as many followers as you can on Coon's. Теперь будем искать подписчиков в Енотограм. Так, у нас есть костюмы. Хорошо. Костюмы — это классно. Енотограм. Ну, погнали тогда. О, у нас енота где-то персонажа. У нас много чего установилось. Можем костюм поменять, потому что, ну, что-то это как-то вообще не серьезно. Костюмы. Голова. А, нет. Ну, мы можем ходить как Росомаха. Или можем ходить как Кения. Давайте сделаем Кения, мне кажется. Или Кения.
Точно, давайте сделаем принцессу Кенни. Чего нет-то? Хотя нет, уже бред какой-то, как мне кажется. Так, давайте начнем, наверное, все-таки с одежды. Какого у него сутенера сейчас из него состряпаем. О, отлично. Или лучше вот так. Не, о, вообще тема. Все, погнали. Раньше был Facebook, насколько я помню. У них типа как средство для общения. А сейчас уже Instagram. Ты можешь делать селфи с теми, у кого над головой есть значок фотоаппарата. О, чтобы предложить кому-то сделать селфи, подойдите к нему и нажмите RB. Договорились. Сделаем. Не ту кнопку нажал. Новые подписчики, отлично. Да, увидимся в интернете. Главное, не на Порнхабе. Так, здесь можно смотреть опубликованные селфи. Деревенская кухня, один раз живем, селфи, победитель по жизни. Стала твоей подписчицей, и на тебя подписываются только те, кто делает с тобой селфи. Угу, хорошо. Так, ну у нас только один подписчик. Ну все впереди. Это супер прикольная штука. Окей. You'll need more followers before I selfie with you. Значит, с некоторыми можно будет заселфиться только в том случае, если мы достанем достаточное количество количество подписчиков. А еще и фильтр накладывать можно. Не, а можно зайти к ним? А если так сделаю? Нет, нельзя, да? Нет, он не хочет со мной делать селфи. Вот, мразь. Так, а ты хочешь? О, король вернулся. Давай. Не, подожди. I can't be in a photo with someone with so few followers. Sorry. Понятно. Мне кажется, тяжеловато будет сейчас найти нам с кем зафотаться. Ну, можно что-нибудь... Нет, нельзя. Ну, давайте искать. New kid, looks like you've reached the edge of our known universe. Beyond there lies the limits of time and space. А чё, нельзя, что ли, дальше пройти? Опа-на. Так, хорошо. Это все весело. Давайте еще посмотрим, куда тут пройти можно. Его обойти можно? О, можно. Что там происходит? А, она не открывается, да? Hey, you got it open. You're the real deal, little superhero. А, маленький супергерой. Конечно. Sure, kid, let's do it. Во, отлично. Есть еще один Кент. Да пофиг, фоткаемся. Не будем ракурс выбирать. Okay, nice. Так, а с тобой okay, можно? I guess you're popular enough to selfie with. Давай, давай, давай. Есть еще один подписчик. We're friends now, I guess. Да, конечно, 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 обязательно. Так, это чей дом? Чей это дом? А, это его дом. Go away, sweetie. This is mommy's... Понятно, маме пора поплакать, договорились. Это наш дом, оказывается. Это наша комната, да? Да, это наша комната. Ладно, думаю... Дома, я думаю, делать особо нечего, поэтому пойдемте еще поищем, что можно. Как говорится, с кем можно еще устроить селфи. Ну-ка, мы гараж можем открыть?
Так, вот он. Так, Стибер, можно с тобой? Well, I guess we have enough mutuals that we can selfie. Все, отлично, теперь можно и с ним сфоткаться. Not bad, bud-ho. You're gaining followers pretty fast. Keep up the good work. I'm still having trouble reaching some of the Kuhn friends. You might want to see what's going on. Так, новое задание. Надо узнать, что случилось с его друзьями. Так, доступные задания. Поговорить с Супер Крейгом у него дома. Встретиться с Кайлом у него дома. А, это Кайл. Кайл? А кто тогда этот? Баттерс этот же. Мистерион, точно. Нет, Мистерион это Кенни. Он этот. Капитан Хаос. Точно, я забыл совсем. Я думал, что это вот он как раз таки. Я думал, это Баттерс. Ну, давайте поговорим с ним. Так, хорошо. Так, мини-карта скачивается или что она делает? Установлена, прекрасно. Так, вот так открывается. Угу, хорошо. Ну, я думаю, уже эту миссию мы с вами будем проходить в следующей части прохождения. Поэтому спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте соберем кучу лайков на этом ролике, и тогда следующая часть не заставит себя ждать. Всем большое спасибо, всем до скорого.